Питер Саддингтон, американский инвестор из Атланты, Джорджия, купил Lamborghini всего за $115. В 2011 году, когда биткоин стоил около $2, Саддингтон инвестировал в него 115. Теперь, поднявшись в цене до $5700, криптовалюта сделала его миллионером. Питер не проверял свои инвестиции до 2014 года, когда биткоин стоил $250. Теперь он продолжает инвестировать в криптовалюту и с ее помощью купил Lamborghini. Отметим, что это не первая история успеха биткоина. Ученик средней школы инвестировал в цифровую валюту и стал миллионером до своего 20-летия.